Всем привет, дорогие друзья, с вами Саня и мастерская «Сами с ключами». И сегодня у нас такая проблема на повестке дня, это затупился диск для пиления по металлу, по дереву. Это уже довольно-таки старый диск, но он еще может поработать. Многие пишут в комментариях о заточке вот таких вот дисков, что диски эти нельзя точить, их можно просто выбросить. Но зачем выбрасывать диск, если он еще может послужить? Так что мы его сейчас снова наточим. И все, и поехали по новой. Кстати, вот этот диск с твердо сплавными напайками. То есть вот видите, твердо сплавные напайки. У них нету наклона право-влево. Они просто толще, чем сам диск, поэтому они пилят. Развал направо-налево на дисках, которые без твердосплавных напаек. Ну все, поехали. Берем его и точим. Будем точить обычной болгаркой. То есть вот она. У нас обычная болгарочка с диском по камню. Она просто прикручена к столу при помощи одного болтика. И все. Сейчас берем, допустим, вот от этого зуба и начинаем ее вот так точить. Тут все очень просто, никаких не надо ухищрений, никаких сложных механизмов. Все точится буквально на глазах. Сейчас продемонстрирую. То есть вот у нас диск по камню, он уже ржавый, ему уже, наверное, больше 10 лет, этому диску, и он в принципе не портится. Все, запускаем его, прислоняем вот этот вот наш зуб, то есть так, раз прислонили, маленько поточили, следующий, немножко поточили, следующий, немножко поточили, следующий. Не прижимаем насмерть, а то мы его просто спалим. Потихоньку протачиваем в 2-3 круга. То есть начали вот с этого, прошли полностью круг и еще на один круг. Вот так примерно. Поехали. Запускаем болгарку. На болгарке стоит средние обороты. То есть вот так вот мы прошли на один круг. Еще довольно слабо заточка. Но уже видно, что она начинается. Проходим так еще на два круга. Ну, хотя бы на один еще. Будем начинать от того зуба, который в принципе поломанный. То есть на нем нету. На плавке. Где он у нас? Вот он. У нас один зуб, у него нету на плавке, то тупо отлетело. Поэтому от него и будем считать, чтобы у нас не пройти насквозь.
Так, уже неплохо. То есть, вот смотрите, уже у нас... Так, где ты? Вот, смотрим диск. И вот, как вы видите, уже грань острая получилась. Ну, еще надо, еще на кружок пройду, и все должно быть хорошо. Поехали, последний круг. Какие-то уже острые, какие-то надо еще подчистить. Так, где у нас? Итак, ну что, диск мы установили на место. Будем пробовать, как у нас наточился диск. Обычная сосновая доска. Попробуем. Ну, вдоль волокон пилит, в принципе, неплохо. Естественно, циркулярка это не этот, не рубанок. Она все-таки чисто не берет, но вполне себе пригодна. Ладно, давайте раз вдоль берет, попробуем поперек волокон. Поперек она и в прошлый раз брала, даже тупая. Ну, посмотрим, что она покажет. Острая. Та же самая поленка. Вот срез поперек волокон. Есть небольшие задиры. Ну, буквально микроскопические. А так все довольно чисто, все хорошо. И вот так вот диск, который многие бы просто выбросили, потому что, как они говорят, точить такие в принципе нельзя, только выбрасывать. Но мы его наточили, он еще у нас послужит. Кому понравилось такое видео, естественно, лайк. Кому не понравилось, дизлайк, комментарий. Ну и все. Всем пока, удачи и два туза в раздаче. Всем пока. Пока.